Всем доброе утро. Нас разбудил звонок соседки. Опять там что-то топит сильно. Не знаем, что уже делать. Она сказала, что прокуратуру писать будет. Говорит, давайте просто сантехников вызовем. А за какой хрен их вызывать? Денег особо нет. Сомневаюсь, что все сейчас будут скидываться прям. Дурдом. Она в 9 позвонила. Игорь сказал, через пару часиков подойдет, потому что мы, во-первых, спали, во-вторых, ну, позавтракать надо, я знаю, что это такое, сейчас это все затянется. А пока Игорь просыпается, я еще успела быстро сбегать, помыть голову. Ну, нафиг, а то сейчас отключат воду. Я уже делала завтрачек, у нас тут вишен по помидорке, колбаски, тост с сыром, и у меня кофе. Игорь еще валяется. Я ему тоже уже сделала, стоит его завтрак. У нас уже 10, час пролетел. Так красиво у нас тут уютно, цветочки. Есть такое желтенькое. Так что я буду завтракать. Игорь пока раскачается, я с голоду подохну. Так что всем приятного аппетита. Ну что, понедельник засосал нас в рутину дел. Мы, короче, Игорь по работе там делал, я тоже на работу отвлекалась, потом делала видео Кириллу, сегодня у Кирилла день рождения. Вот, пипец, как мы давно дружим с Кириллом. С какого года, Игорь? С 14 года. Столько фоточек у нас прикольных, я вот посохраняла, сделала ему видюшечку, отправила, упаковал щит. Интересно, его реакция, блин, что-то я икаю. Так что вот так у нас. Такая у нас обстановка. Сейчас поставлю телефон, смонтировала для вас видео, рум-тур, плюс влог. Странно, конечно, монтировать рум-тур, зная, что больше никогда мы не будем в этом доме. Не сильно грустно, но грустно. Я просто себе, наверное, не позволяю проваливаться в эти чувства, поэтому вот так. У нас такая красотень тут, мне так нравится вообще. Смотрите, у нас сегодня такое небо клевое. И, кстати, ясная погодка. Мы обедаем и смотрим фильм. Как он называется? Гипнотик? Прикольный фильм. Так, у нас 11 часов, только закрываем ноуты. То есть не закрыла, так закрываем. Ну его нафиг. Мы закончили работу, что-то мы поспали, потом работали, и вообще я ничего не снимала. То болтали с Игорем. Блин, коврик такой стрёмный. Игорь, надо нам коврик заказать, мне прям бесит. Вот, короче, только вот закрыли, Игорь тоже там наделал. И мы что-то думали картошки на ужин пожарить. Я говорю, я уже, наверное, ужинать не буду. Хоть мы и спали, ляжем поздно, но уже время, и я что-то ничего не хочу. Вот. Так что такой какой-то кружный, сумбурный день у нас. Вот. Много работы делали сегодня. То-то-то-то, поэтому... Ну, что, мы снимала. С Москвы привезла вот такие вот печеньки какие-то, вафельки. И зефир. Сейчас хотим покушать. А до этого ели чипсы, там еще кушают. И смотреть начали «Бригаду». Что-то захотелось. Всем приятного. Опять соседка пришла, блин. Опять все топит, это трэш. Уже с Женькой поговорили, у него знакомый сантехник, может, он все ничего. Количество запросов. Вот они все. Ну, тебе не печатать, я просто сейчас копирую. Мы в работке. Примерно такой запрос. Так, у нас обед, прервались отработки. Игорь что-то спать хочет. Мы решили сейчас пораньше пообедать и отдохнуть. Вот так вот у нас время сейчас. Всем приятного. У нас тут совместный тихий час. Ирик с нами. Горюшка там. Ну что за пельмешек такой? Если кто-то к нам не хочет, мы его звали. Спит, наверное. Так что мы поспали. Я открыла вчера вот такие палочки. Другие немножко были вкусные. А теперь вот эти вообще клевые. Жалко, что я так мало упаковок взяла. Они прям очень вкусные. И их немного тут. Вот так вот они выглядят. Такие вкусняшки вообще. Идет на хлебник.
Так, ребят, ну что, мы в работе сегодня целый день. Игорь грузил товарища, сейчас прервался, пошел почистить картошку. Сказал посуду помыть, потому что я больше занята. У него через 40 минут созвон. А я сижу, гружу товары. Мы вместе с ним грузим сейчас для ветклиники. Для ветеринарной продукции. Ну, магазин ветеринарный. И для животных. А еще сегодня сдала проект по мебели. Отправила клиенту его не отсети в субботу. Думаю, блин, может ему написать. Ну, тут по мебели, в общем. Вот, сдала этот проект. Теперь займусь сейчас загрузкой. Загрузкой товаров. Мы на прогулке. Видно нас. Гуляем. Хорошо, свежо, так прям классно. Хорошая погодка, ветра нет, поэтому тепло. Так, мы решили по шаурме скушать, погуляли, сейчас перекусим, пойдем домой дальше грузить товары. Нам так дофига, да, за... И охота, но надо. Так, мы что, пришли? Грузим товары дальше. Игорь у себя, я у себя. У меня какие-то приправы для животных, оказывается, такие есть. Ресток тут с нами. Диска лишь сейчас. Веслюшка? Веслюшка. Гаванда. Красота. Время у нас 10 почти. О, пришел. Пришел охотничек. Сишка, не трогай. Не трогай. Нельзя. Общаемся с Наськой в телеграме постоянно. Фоточки. Говорю, сфоткайся. Белом сатарке, она такая прикольная. Кружочками, короче, нам нравится прям в телеграме общаться. Вообще супер. Ну что, мы работку закончили? Закончили. Сейчас потру камеру, стойте. Не скучали? Игорь пошел готовить. Я, наверное, полежу, помонтирую чуть-чуть, хотя устала. 11. Я, конечно, еще бы погрузила Игорь, начал, может, хватит еще готовить. Мы вчера начали смотреть бригаду, что-то захотелось. Вот, я сейчас буду монтировать, может, маме позвоню. Вот, такие дела. Холодно. Какую муж картошечку нажарил с курочкой, лучком, грибочками. Еще мне огурцов нарезал. Будем кушать и смотреть бригаду. Так что всем приятного, кто кушает. Тебя.